На стройплощадке в квартале 2011 мэр Барнаула, председатель городской думы, глава индустриального района, а также руководители профильных ведомств. Совместно с подрядчиком они осматривают строящийся объект, оценивают темпы работ. Сейчас строители возводят стены второго и третьего этажей будущей школы. На первом устанавливают пластиковые окна и прокладывают электропроводку. Параллельно ведется монтаж коммуникаций в подвале и индивидуальном тепловом пункте. Устройство наружных сетей теплоснабжения и трубопроводов водоснабжения. В целом, отметил глава Барнаула, объект готов на 40%. Школа это на 550 мест. А в декабре текущего года мы планируем ее вести. Сам по себе район индустриальный, конечно, это большой район, громадный район. 247 тысяч сегодня здесь проживает в целом в районе. Район развивается, и за последние 5 лет мы построили с вами 4 школы, 1 пристрой. Совокупность нам дает почти 3000 мест. С сентября начнут комплектовать штат новой школы. Педагоги будут работать в условиях, отвечающих всем требованиям новых федеральных стандартов. По последнему слову техники оснастят лаборатории школы, а также классы биологии, химии и физики. Современными тренажерами удивит спортивный зал. Донести знания до школьника, только имея парту, скажем, собственный багаж знаний, какие-то иллюстрированные материалы – это одно. Другое дело, когда у тебя есть оборудованные специальные кабинеты. И, конечно же, педагоги, абсолютно точно уверена, которые сегодня придут в школу, заканчивают вуз, они нацелены на то, что будут такие оборудованные кабинеты. И абсолютно уверена, что кадровый состав этой школы, во много процентов будет молодыми. Объект планируют сдать до конца этого года. Как только завершится строительство, по заявлению родителей начнут зачислять детей в школу. Добавим, возведение социального объекта по адресу Взлетная, 56, стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Современная школа». Общая стоимость проекта – 908 миллионов рублей. Больше половины – средства краевого бюджета. Елена Макаренко, «День с толком».